Да поспело вас ветерком! Раньше жители Русского о таком могли только мечтать. А сегодня островитяне ездят по новому асфальтобетонному покрытию протяженностью 3,5 километра. В планах у подрядчиков нанесение разметки, установка знаков и работы по благоустройству. По просьбе жителей поселка сделают и освещение. Новые фонари уже установлены, осталось подключить их к ресурсоснабжающей организации. Хорошее. Да, покрытие хорошее. Кроме того, завершилось и асфальтирование дороги, ведущей в Париж. Здесь появилось около 2,5 километров нового асфальтового покрытия. Ну, небо и земля. Ну, конечно, рады. Отлично, спасибо большое. Продолжаются ремонты на улице Экипажной. Асфальт уложат на участке почти в 2 километра. В эти дни подрядчики обустраивают пешеходные зоны, после чего их и проезжую часть заасфальтируют. Всего в этом году на острове Русский обустроят 3 участка общей протяженностью около 8 километров. Катерина Матвеева, новости на 8.